1 ноября в Казанском университете стартовал Кубок университета по мини-футболу. В этом году принимать участие будут 16 команд со всего вуза. Все они студенты различных факультетов. Традиционно соревнования проходят на площадке Уникса. Однако в этот раз все игры пройдут без зрителей в зале. Было принято администрацией университета, а также студентами, которые хотят все-таки играть, показать себя. Было принято решение о проведении этого кубка. Да, есть ограничительные меры. Игры проходят без зрителей, соблюдаются все санитарные нормы. По словам организаторов, студенты даже на самоизоляции находили время для тренировок. Однако основные нагрузки у них начались после начала учебного года. Ребята получили возможность тренироваться, работа не останавливалась, то есть как только студенты вышли в сентябре у нас, так и, собственно, начался тренировочный процесс. Несмотря на то, что зрителей на трибунах в этом году нет, любой желающий может посмотреть состязание. Специально для этого телеканал «Универ ТВ» транслирует матчи в прямом эфире и в аккаунтах социальных сетей. Раньше по спорту особо ни сюжетов, ни трансляций не было, но 3 года назад мы решили сделать такой формат, то что все матчи Кубка будут проходить не в 2 дня, как это раньше было, а на протяжении 2-3 месяцев, и все эти матчи будут под прямую трансляцию, чтобы все студенты, все игроки могли спокойно посмотреть этот матч. Расписание трансляции, а также более подробную информацию можно найти на сайте КФУ. Лев Диденко, Лето Басова, Универ Ньюс.